Сосновый Бор – молодой и динамично развивающийся атомный город страны. Крупнейшие градообразующие предприятия – Ленинградская атомная станция, НИТИ имени Александрова и холдинг «Титан-2» вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. Ее обороноспособность являются энергетическим и ядерным щитом России. Сегодня Сосновый Бор – центр инженерных и научных компетенций, единственный в системе Росатома, где одновременно эксплуатируют энергоблоки двух типов – РБМК-1000 и ВВР-1200. Сосновый Бор – один из самых комфортных для проживания малых городов России. Ежегодно, благодаря реализации национальных проектов, появляются новые благоустроенные пространства, уютные скверы для прогулок и отдыха. Современные комфортные пляжи на берегу Финского залива, велодорожка протяженностью 12 километров, парк Приморский – результат реализации нацпроектов и финансовой поддержки Росэнергоатома. Сосновый Бор сегодня по праву считается одним из самых красивых и комфортных городов Ленинградской области. Благодаря национальным проектам, которые инициированы президентом России и поддержаны сосновоборцами, мы сегодня имеем возможность гордиться настоящим и с уверенностью смотрим в будущее. В Сосновом Бору развитая сеть образовательных учреждений с сильнейшей материально-технической и учебной базой. В 2023 году введен в эксплуатацию современный детский сад с бассейном на 240 мест. В городе успешно реализуется проект «Школа Росатома». Юные сосновоборцы изучают естественные науки с помощью интерактивных технологий в атом-классах, профильных образовательных пространствах. Ежегодно сосновоборские педагоги – победители конкурса «Школа Росатома». В Сосновом Бору созданы комфортные условия для занятий различными видами спорта. В городе при участии 47-го региона и Росэнергоатома построен крупнейший на северо-западе волейбольный центр. Для жителей доступны футбольные и баскетбольные стадионы, теннисные корты, тренажерный зал под открытым небом. Нацпроект «Культура» дарит новую жизнь городским библиотекам. Теперь это современные творческие пространства для различных мероприятий. В детской школе искусств «Балтика» новые музыкальные инструменты, оборудование, мебель и учебные материалы. Во Дворце культуры «Строитель» – виртуальный концертный зал. В рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена» Центральная медико-санитарная часть номер 38 ФМБА России обновляет материально-техническую и транспортную базы. В 2024 году Росатом и ФМБА запускают проект по совершенствованию амбулаторной помощи и созданию Центра промышленной медицины. Сосновый Бор уверенно смотрит в будущее. Начинается строительство еще двух новых энергоблоков ВВР-1200, которые обеспечат надежное электроснабжение северо-запада на десятки лет вперед. Город сохраняет статус крупнейшего энергетического, строительного и научно-инженерного центра, а также одного из самых привлекательных для проживания малых городов России.